Всем привет, друзья, меня зовут Давид, и вы находитесь на YouTube-канале Qyuk.ru. В моих руках OnePlus 5T. И сейчас мы сделаем распаковку, посмотрим комплект, коротко, но емко. И самое главное, я включу его и передам свои ощущения от телефона. Нравится, не нравится, потому что я уверен, 5T зайдет. Основной, конечно, из-за экрана, 2:1. Ну и вообще, мне кажется, что покупатели становятся этой марки больше и больше. По крайней мере, среди моих знакомых, те, кто раньше не слышал, что такое OnePlus, то сейчас начинают интересоваться и некоторые даже покупают. Пока телефон включается, мне самому прям ощущение, вот первое включение, новенький телефон. Давайте посмотрим, что у нас в комплекте. OnePlus делает очень красивые коробки, далеко не каждый, а бренд может похвастаться таким качеством исполнения материалов. Понятно, что коробка не столь важна, но вот аксессуары, например, которыми мы пользуемся, согласитесь, намного приятнее пользоваться таким кабелем, чем безликий, который кладут даже Apple и Samsung, очень дорогие телефоны. Здесь же такой приятного красного цвета. Зарядное устройство, обычно оно у них аж больше, чем 2-амперное, посмотрим сейчас на это. 4-амперная в данном случае, но быструю зарядку, разумеется, поддерживает, заряжаться должен быстро. И в красивой коробке мы также посмотрим и увидим, надо же неожиданность какая. Смотрите, ребят, чехол, как ни странно, точнее не чехол, а бампер. Бампер совершенно простой, такой в Китае стоит рублей, не знаю, там в рублях рублей 200-300, здесь тоже такой рублей 400 стоит. Но все равно спасибо, что его положили, мелочь, но приятно. В комплекте также идет скрепочка для открытия лоточков, ну и инструкции, гарантийный талон. Знаете, самое главное вот в этой распаковке передать свои ощущения. Пленочку мы аккуратненько снимем. Аккуратно. И здесь, по большому счету, сюрприза нет. Это, в принципе, тот же 5-й без приставки Т, как я вижу, по большому счету. Металлический корпус. Но отличия, конечно же, большие. Во-первых, экран, который вырос аж до 6 чуть больше 6 дюймов. 6 дюймов, ребят, в таком корпусе. Это реально классно. Во-вторых, разумеется, это Super AMOLED матрица, и цветопередача у нее хорошая. Но более подробно, конечно же, мы расскажем уже в полноценном обзоре, который будет чуть позже. Мало того, я даже телефон возьму и похожу, думаю, недельку, а то и две, чтобы полноценно рассказать и создать некий такой опыт использования телефона. По ощущениям, приятно. Рамочки не такие большие, в руке лежит хорошо. И тут нужно попользоваться, чтобы более подробнее рассказать. Батарейка 3300 мАч, я тщательно ее протестирую, расскажу свои ощущения. Камера 16 плюс 20 мегапикселей, плюс фронтальная на 16 мегапикселей. Экран. Ума хватило у компании OnePlus ставить сюда просто обычный Full HD. Точнее, 2160 на 1080. Чуть больше, чем Full HD за счет широкого экрана 2:1. И это здорово, потому что чем больше точек на экране, а здесь, кстати, к слову, 401 пиксель на дюйм, вполне достаточно, тем, соответственно, больше смартфон жрет энергии и тем менее производительный. Но так как здесь смартфон на Snapdragon 835, я уверен, производительность будет на высочайшем уровне, несмотря на то, что экран большой. Android всегда свежий, в данном случае 7.1, но, конечно же, я уверен, будет обновление, он плюс этим славится, обновляются они очень хорошо. Кроме того, смотрите, выпускается он либо 64 гигабайта встроенной памяти и 6 гигабайт оперативной, либо 128 гигабайт встроенной памяти и 8 гигабайт оперативной памяти. Я скажу, что это очень круто, и мне кажется, даже это больше, чем нужно. Мне до сих пор хватает, если честно, 4. Но запас карман не тянет. Настраиваемый рычажок, приятный, можно включить беззвучный режим, либо что-то еще. Ну, давайте так. Первое впечатление о смартфоне приятное. Я вижу огромный экран, который занимает огромную часть передней панели. Я вижу, что смартфон, несмотря на 6 дюймов экран, в руке лежит удобно. Он относительно небольшой, не очень тяжелый при батарейке 3300. Осталось тщательно его протестировать и рассказать все плюсы и минусы. Если будут минусы, разумеется, я расскажу о них в следующем обзоре. Подписывайтесь на наш канал, впереди всегда много интересного. Мы стараемся одни из первых рассказывать о новинках. Специально делаем распаковки на новые модели. И как можно более оперативно стараемся рассказывать вам о новинках. Рассказывать о плюсах и минусах смартфонов. Будьте здоровы, будьте успешны, будьте позитивны. С уважением, Давид и команда Qyuk.ru. Счастливо!